Добрый день, дорогие телезрители. Здравствуйте. В эфире телерадиокомпания «Шебекино». В студии Валентина Егупова и Антон Ефременко. Наша телерадиокомпания начала свою работу 1 августа 2013 года. Первый выпуск «Шебекинских новостей» выйдет на кабельном канале «Комета ТВ» 13 августа в 19:00. Также новостные программы телерадиокомпании «Шебекино» можно будет посмотреть на светодиодном экране Дворца культуры ежедневно в 11 и 18:00. 14 августа с выпуском можно будет ознакомиться на сайте администрации города Шебекино www.gorod.shebekino.ru и на сайте Шебекинского муниципального бюджетного учреждения Модельный дворец культуры www.shebekino-mdk.yukos.ru. Новостные телевизионные и радиопрограммы также будут размещаться на официальных страницах телерадиокомпании «Шебекино» в социальной сети ВКонтакте. Все самые интересные события города в еженедельных выпусках нашей телерадиокомпании. Оставайтесь с нами!